Школьники Выборгского района поедут в Южную Корею поддерживать спортсменов на зимних Олимпийских играх. Счастливчиков определят по итогам большого спортивного праздника, который устроили на улице композиторов. Его участниками стали более сотни школьников. В программе массовая разминка, а затем и сами испытания. Эстафеты, мини-футбол, шашки, дартс, шахматы, полоса препятствий. Тот, кто лучше всех справится с заданиями на стадионе, а также оставит оригинальную заявку на посещение Олимпийских игр в Корее, тот и поедет поддерживать спортсменов в 2018 году. Впрочем, организаторы отмечают, для школьников само участие в этих соревнованиях уже большое событие. Мы надеемся, что все-таки праздник будет больше атмосферой дружбы и доброй такой состязательности наполнен. Вот. Ну и, конечно, ребята проявят свои лучшие свои качества. Такие олимпийские праздники в Выборгском районе устраивают ежегодно. И каждый раз их посвящают разным соревнованиям. Кстати, в гости к ребятам приглашают прославленных спортсменов. В этот день поддержать школьников пришли олимпийские чемпионы Татьяна Казанкина и советская лыжница Мария Гусакова. Они, кстати, будут определять, кто в качестве болельщика поедет на Олимпийские игры в Корею.